Hello, my dear doctors, and today we are going to talk about digestive system and functions of the body. So, and this is the lesson number 9. Okay, so let's get started. Okay, these functions of the body I have already given you as a task, and almost all of you have done this task. You have read it, you have retold it, you did the retelling of this. Only I want to show you some words that I think that you should memorize it, okay? So, and that you misspelled them, mispronounced them, то есть неправильно произнесли. Аппетит, не аппетит, appetite, потом your mouth waters, здесь означает слюнявиться, да? То есть это здесь не означает вода. Вот это слово читается saliva, слюни, глотать swallow, chew, жевать, feel nauseous, вы уже знаете, чувствовать тошноту, vomit, это рвать, something has disagreed with you, что-то, ну, в общем, что-то у вас там внутри, как бы, disagree, это не соглашаться, да, но здесь не то, чтобы не соглашаться, а что-то не переварилось. These are five senses: smell, taste, sight, hearing, and touch. Touch или же sensation or feeling. Okay, if you, for example, if you lost your sensation, it means it's numbness. Okay, good. So, and today we also I want to give you some more functions and more words connected with this topic. So, function speaking. То есть говорение, да, вот здесь функции. Говорение, хождение, дыхание, мочеиспускание, дефекация и менструация, то есть иметь менструацию. Okay, function is speaking, значит, then it means that we speak, мы говорим. А noun, прилагательное, это речь. Walking – это хождение, ходить, и gait – это походка. Breathing – дыхание, значит, мы вдыхаем, inhale – это сделать вдох, breathe in, либо по-другому, либо take a breath – сделать вдох, breath in. Exhale – это когда мы выдыхаем, exhale, breathe out, либо. И дыхание – слово breath. Не забывайте, да, что если это noun, он читается breath, без и в конце, а так он читается breathe, если дышать. Urination or micturition – it means мочеиспускание. Verb – urinate or micturate. Это больше медицинские термины, когда вы между собой врачи разговариваете. You can tell, for example, you can say like he's not urinating anymore or he can't urinate. Типа он не может, у него не работает вот этот мочеиспускательный, я не знаю, что там. По-другому это мы еще называем, например, ходить по-маленькому, либо pass urine or pass water. Помните, у нас был один диалог между врачом и пациентом, и там было how is your waters? Что-то такое было. То есть, как у вас с мочеиспусканием? И моча, urine. Defecation, defecate, да, это вот именно медицинское слово, defecate. Pass feces, либо pass stools, больше pass stools, то есть ходить по-большому. Если вы обычно у пациента спрашиваете, вы спрашиваете, вы же не скажете, например, обычному там, к вам пришел, скажем, какой-нибудь дяденька, да, взрослый, вы же ему не скажете, как часто у вас бывают дефекации. Он даже не поймет, что такое дефекация, да? Окей, вы скажете, как часто вы ходите по-большому. Pass stools. Либо feces, либо stools. Так, menstruation, ну, понятно, menstruate, либо have a period. Ну, это have periods, это более такое обычное для всех. Menstrual period or monthly period, без разницы. I'm having my period now. У меня сейчас mens. Или menses они также говорят. I'm having menses now. У меня сейчас прямо идут менструации, да? When taking a history, doctors can ask, do you have any trouble walking? Есть проблемы с ходьбой, да? Либо они так скажут, do you have any difficulty walking? Difficulty breathing. Есть трудности в дыхании. Do you have any trouble breathing? Or do you have any problems passing urine? Бывают проблемы с мочеиспусканием. Бывают проблемы с речью. Do you have any difficulties with your speech? Or they can ask you, do you have any pain when you breathe in? Бывает боль, когда вы
вдыхаете, да, breathe in. Pain, кстати, uncountable word, неисчисляем, поэтому никогда не используется во множественном числе и с артиклем en, e. When auscultating a patient's lungs, the doctor tells the patient. Когда, получается, слушает, да, пациент легкие, врач спрашивает. Take a deep breath in. Сделайте большой вдох, глубокий вдох. Hold your breath. Задержите дыхание. Then breathe out completely. И затем выдохните полностью. Less common functions. Менее такие часто встречающиеся функции. Не то чтобы часто, но... Okay. There are some things we do less often. Здесь некоторые вещи, которые мы делаем менее часто. Да, не так чаще, как, например, pass urine or pass stools, да, там, daily. It's not daily. When we are hot, we sweat. Когда нам жарко, мы потеем. Sweat – это получается потеть. Кстати, вы знаете, да, есть такое свитшоты. Покупаете же, покупают, особенно молодежь покупает, называется свитшоты, да. Свитшоты от слова sweat, sweatshirt. Sweat – это пот, и shirt – это как рубашка. Sweatshirt – это больше получается как что-то, которое одевается, когда вы делаете тренировки, чтобы задерживать ваш пот. Окей. Теперь, надеюсь, вы запомните вот это слово sweat. When we are nervous, we shake. Когда мы нервничаем, мы трясемся. Да? Shake. Либо трястись. Трястись. When we are sad, we cry. Плакать. Ну и вот эти слова тоже. Gait, походка. Например, walk with an unsteady gait. Ходить с неуверенной походкой. Да? С неуверенной или нестабильной. Нет, как же называют? Сейчас, минутку. Inhale, exhale, urination, micturition, pass water, pass stools, feces, have period, hold your breath, sweat, shake, cry. Okay, next. And also I'm going to read this digestive system, the text about digestive system, and then I will explain you new words here. And also you will see here some examples for passive voice that I have already explained to you the last lesson, so, okay, good. When thinking about the digestive system, the first organ that comes to mind is usually the stomach, but surprisingly, this is not the largest organ in the system. That is, in fact, the liver, which is actually the largest solid organ in the body. The liver performs several functions, among which are cleaning the blood, producing digestive liquids, bile, and storing energy. Again, we can see examples of cross-system relationships here. As well as the liver and stomach, the digestive system is made up of the pancreas and the intestine. The pancreas, like the liver, aids in digestion of food. After food has passed through the stomach and has been ground into tiny pieces, it enters the intestine where the bile is added, and the nutrients are extracted from the food. Waste products then move further down the intestine. Okay, when thinking about the digestive, то есть когда мы думаем о пищеварительном органе, первый орган, который приходит в наш на ум, это обычно желудок, да? Но удивительно, это не самый большой орган в этой системе, на самом деле это печень, да? Which is actually the largest, на самом деле самый большой орган в теле. The liver performs several functions. Печень выполняет несколько функций. Среди которых, among which, среди которых, among это среди, среди которых это что? Among which are cleaning the blood, чистить кровь, producing digestive liquids. Digestive liquids это пищеварительные соки, да, либо жидкости, то есть продуцирование, либо выделение, давайте скажем, выделение пищеварительных соков или жидкостей, то есть желчи, и store energy это хранить или копить энергию. И опять, we can see examples of cross-system relationships here. Ну и так мы опять видим здесь взаимоотношения, да, между всеми вот этими системами. As well as the liver, так же как и liver, печень, and stomach, то есть и желудок, the digestive system is made up, вот эта система, она также состоит из поджелудочная железа, и кишечник. Вот это вот ваш пример к passive voice is made up, состоит из. The pancreas, like the liver, aids. Aids здесь как в значении helps, да?
помогает в переваривании еды. After food, после того, как еда проходит через желудок and has been ground into, и как бы делится, да, на тайные кусочки, он входит, it enters, он входит в кишечник, где, куда добавляется вот bile, желчь. Bile is added, это тоже passive voice. Bile не сам добавляет что-то куда-то, а его добавляют. And the nutrients are extracted, тоже passive voice. И нутриенты или вот эти питательные вещества оттуда извлекаются, да, экстракт, от слова экстракт, например, экстракт чего-либо, да, вообще слово экстракт означает извлекать либо вытягивать. Waste products then move, вот эти продукты отхода двигаются дальше вниз по кишечнику. Это новые слова, тоже перепишите. Я их потом отправлю вам в Quizlet. Perform several actions. Produce – производить, но здесь больше как выделять. Bile – store energy, as well as intestine. Intestine по-другому, кстати, будет bowel. Я вам его давала. B-O-W-E-L. Digestion – add – добавить. Add у вас тоже встречался в упражнениях, когда мы говорили, помните, в рецепт добавляется что-то там и так далее, тоже было. Extract – извлекать, тягивать. Move – двигаться. Move further – waste products. Okay. And this was your reading task. I have sent it to you last month, if I'm not mistaken. So I want to read it to you for you, and then I will explain some new words. There are not so many new words here. Okay, good. What is a common cold and how do we get it? Что такое обычная простуда и как мы ее получаем? Get it. The common cold is pretty common. Most people get one or two each year. Very young children often get more than five colds a year. Scientists still do not completely understand it. What is a cold? The common cold is caused by viruses. Viruses are very small germs that invade our bodies. They are so small we cannot see them. The common cold comes on quickly. It affects our nose and throat and how we breathe. Then the body fights it. It usually takes 2 days before symptoms start. Symptoms are the effects of being sick. The illness that often lasts for 5 to 10 days. Sore throat and running noses are common symptoms. You are probably contagious while you have symptoms. That means you can make someone else sick too. How do we catch colds? Many think that being outside when it's cold causes the common cold. This is not true. The common cold is caused by viruses. We need to catch one to get a cold. The weather alone won't do it. When it's cold and we get wet outside, we go to crowded indoor places. This puts us close to other people who may have a cold. In this way, cold weather makes it easier to catch a cold. Most of us get these infections by our hands. We often touch dirty things. Then our hands touch our mouth, nose, or eyes, and this is how we get sick. This is also why we should wash your hands and stay clean. It's harder to get sick that way. It also helps protect those around us. What causes colds? The common cold is caused by many different viruses, not just one. Rhinoviruses are the most common. These grow best inside your nose. Many other viruses can also cause a cold. They cause similar symptoms. В принципе, текст очень легкий. Текст он взят с сайта newseller.com. Здесь хотела бы обратить внимание на несколько слов, на несколько фразы, и хотела бы вам показать именно passive voices. Что касается слов, да, cold просто это простуда, common cold – обычная простуда. Viruses are это вирусы. Вирусы, то есть, вот смотрите, common cold – обычная простуда вызывается вирусами, и вот это вот is cause – это как раз passive voice. Вот эта простуда, она не вызывает сама, а сама ее вызывает вирусы. По-другому можно переделать предложение и сделать «вирусы вызывают простуду». Viruses cause cold. Germs – это такие микробы, да? Микробы или маленькие какие-то… В общем, микробы по-другому. Invade – это захватывают. То есть это маленькие микробы, которые захватывают наши тела. Здесь все, в принципе, легко. The common cold comes on. Come on появляется, да? Простуда появляется быстро. It affects. Хорошее слово, кстати, как слово cause.
affects — это влияет. Влияет либо поражает. It affects our nose. Поражает наш нос, горло, и, нет, как мы дышим. Тело начинает бороться. Fights it. It usually takes. На это уходит 2 дня. Обычно уходит 2 дня, чтобы перед тем, как симптомы появляются. То есть инкубационный период длится, говорит, обычно 2 дня. It takes — тоже хорошая фраза, которую вы до этого говорили. У меня уходит 10 минут, полчаса на что-то, да? Дальше. Sore throat — красное горло. Running noses — это вот когда нос бежит, да, без конца течет. You are probably contagious — заразные, слово хорошее, contagious, вы должны его знать. Так, дальше. Вот, вот causes здесь идет в active voice. Здесь он в passive, здесь в active. Например, when it's cold, causes the common cold. То есть многие думают, что то, что быть на улице, когда холодно, вызывает вот эту простуду. This is not true. Опять холод вызывается вирусами и так далее. Так, ну здесь легко, как оно, как мы, говорит, заражаемся, потому что трогаем грязные вещи и так далее, и так далее. И вот одно слово protect. Protect — это защищать. Так, и теперь ваше задание будет, желательно, чтобы вы мне пересказали этот текст. В PDF-формат я вам отправлю. Okay, so this is the end. Thank you for your attention. Goodbye.